В Заволжском филиале 1-й Чебоксарской городской больницы открылось хозрасчетное отделение сестринского ухода. В Чувашии уже существует подобное отделение, но их недостаточно. О том, как работает Заволжское отделение, узнавала наша съемочная группа. Отделение сестринского ухода уже готово принимать пациентов. Из 7 мест занято 2. Они размещаются в 2- и 3-местных палатах под присмотром нескольких медсестер, которые имеют большой стаж работы и высокую квалификацию. Необходимость открытия таких отделений – это требование времени. Терапевтическое отделение Сосновки существует издавна, но в настоящее время возникла необходимость создания коек сестринского ухода из-за демографических отклонений, которые мы на сегодня наблюдаем. Растет довольно-таки большое количество лиц пожилого, престарелого возраста, инвалиды первой и второй групп и так далее. Часть из них нуждается в особом уходе. Средние сроки пребывания в отделении 30 дней, но при желании этот срок можно продлить. Стоимость составляет около 700 рублей в сутки. Пятиразовое питание, оказание необходимой медицинской помощи, живое общение и свежий волжский воздух – все это помогает выздоровлению. Стандарт лечения входит оказание необходимой медицинской помощи по лицам престарелого возраста. Это применение препаратов, улучшающих мозговую деятельность. Ну а дальше, естественно, все то, что будет необходимо для того или иного человека. Такой индивидуальный подход позволяет пациентам быть более активными, несмотря на свой солидный возраст. У нас еще есть кресло. Он его стал активно использовать вот в начале этой недели. Первую неделю он был в пределах палаты. Передвигался плоховато, но сейчас он топает с опорой на костыль. Желающих попасть в Заволжье уже немало. Это жители разных районов республики и других городов России. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.